В Ханты-Мансийске открылся чемпионат России по лыжным гонкам. В столице Югры съехались почти 300 спортсменов из 41 региона страны. Среди участников чемпионата – триумфатор мировых стартов по лыжным гонкам Сергей Устюгов, а также другие именитые югорчане – Антон Гафаров и Евгений Дементьев. Всего на дистанции выйдут 22 воспитанника окружных спортшкол. Им предстоит соревноваться в 6 дисциплинах. Совершится турнир 2 апреля. На официальной церемонии открытия чемпионата России побывали глава региона Наталья Комарова, президент Федерации лыжного спорта страны Елена Вяльби и пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Лазутина. Весеннее замечательное солнце и снежный покров просто благоприятствуют и хорошему настроению, и высоким результатам. Вы знаете, самое главное, что на чемпионате здесь присутствует практически и сборная команда, и молодые лыжники абсолютно разного уровня, и все, в принципе, стараются показать себя.